Доброе утро, друзья. Доброе. Доброе утро. И сейчас вот мы складываем наши вещи, чемоданы и будем переезжать в Момбасу, чтобы вылетать в Найроби. Просто захотели начать видео с этого прекрасного места. Еще раз вам показать его. Ой, это шторы. Ой, это просто шторы. Класс. Ой. Это нечто нереальная терраса. Классная. Запомни меня здесь, красивой. Да. Наташа в платьишке. Картины. Эту вот сеточку раскручивать для комаров надо. Большая маска, которую, как Наташа предположила, потому что красиво, а я предположила, что она большая, потому что ее спионерить нельзя в чемодан. Большая, потому что короче. Ну, что в чемодан нельзя засунуть и с собой везти. Ну, это у меня такие предположения. Так, мы хотим показать просто купальник для чемодана. Мой чемодан мы немножечко спаковали. Да, тут нам звонок важный поступил насчет трансфера. Ну что, встаем, показываем. Вот у меня запакованный чуть-чуть в пластик. Хотя, когда мы летели, ой-ой-ой, пластик в Кении нельзя. Вон Таша такой купальничек. Труселя. Это я называю труселя. Для чемодана. Я забыла, какой стороной. Наверное, вот этой, да? Вот это впереди было закрыто, вот эта ручка. Короче, сейчас мы оденем чемодан в труселя и вам покажем. Очень удобно. Заказывали давно-давно на Алиэкспресс. Ну и классно, как бы, ну, взял с собой, постирал, не надо никакой пластик тратиться, одел, внизу, снял. Внизу, кстати, держится, тут эти липучки. Да, липучки застегиваются внизу, сейчас... колеса все есть, ну, все едет. Еще побольше внизу, чтобы хотеть. Ну, если бы чемодан у нас просто распухший, был бы поменьше, тогда да. Так, ладно, я надеваю. Все, сейчас надеваем чемодан в труселя и вам показываем. Господи. Ну вот, минута работы, смотрите, в принципе, удобненько. Натянули чемоданчик, сейчас эти вот трусишки закрыть на чемодане и все. Сейчас, и колеса, и все есть. Вот единственное, что тут нету штуки, вот эту ручку. Вот эту не закрыли, я бы вот эту скорее... Не, ну хотя и тут надо прорезать. Ну, удобно, просто пару долларов стоит, и такая вот... Ой, там раз, и колесики, и все завязываешь, и все классно. Так, сейчас. Вот. А как мы это делали? Вот снизу, да, по-моему? Поставьте Наташе лайк, она так растяжку делает. Закрываешь и все, да. Закрываешь и все. Главное, поехали в Момбасу. И очень хорошо держит, кстати. Обычно, помните, Найроби прилетели, тоже такой дождярчик был. Да, не, мне кажется, сейчас еще и больше, нет? Приехали уже в Момбасу, на порт в Момбасе. Мы только в кино такое бачили. Контейнеров. Да, они стоят фуры в очереди, наверное, на погрузку, разгрузку. Все, люди, тук-тук, автобусы. То есть подъезжаем уже к аэропорту.
Привет, народ. Уже в аэропорту. Сейчас купим еду, покажем, как что проходило. Расскажем, точнее. Соленые орешки 500. Это, наверное, много. Вода 200. Но вода большая. Пол-литра. Бутербродики по 500. Если не заберут, я хочу бифу. Свеженькие. Маффины по 150. Круассаны. И есть кофеварка. То есть, наверное, еще кофе возьмем. Рафики кафе. Рафики — это друг. Ага, сейчас посмотрим. Тут пиво 450 есть. Дальше, что у нас с напитками? Кенийский кофе, по-моему, 200. Эспрессо 150. Блин, вообще плохо видно. Ладно, закажем сейчас и разберемся. Все, друзья, привет. Мы уже в аэропорту, прошли всю таможню. Что интересно, когда подъезжали, большая очередь была на International, ну, и международные были. А мы зашли в Domestic, мы вообще были одни. Зарегистрировались за минуту, все классно, уже сидим в таких, ну, в таком хапчике, в зоне вылета, он небольшой, но мы купили в кафешечке бутербродик, купили кофе, сейчас распакуем, покажем. Можно сказать еще немножко, когда мы проходили уже вот сюда, на эту территорию, тут девушка очень громко говорит, но не важно. Значит, когда проходили через Светяшку, то попросили снять обувь у всех, неважно, каблуки, не каблуки, я с босыми ногами. Сейчас покажу, какая у нас обувь вообще. Ну, специально для перелета вот мягкая обувь, но обычно такую снимать не просят. Да, то есть просят у всех. Так, сейчас сужаю кран. Значит, за все мы заплатили 1750, в принципе, да, прилично, 1750. Как для аэропорта Мамбасы. Но видите, вот такой вот небольшой. Вот когда International мы прошли, люди все еще стояли на улице. Там классные дьютики. Вот, все. Там уже вы видите Светяшку. Так что. А сейчас смотрим. Значит, так, кофе был по 300. Бутерброды. У Наташи последняя она взяла с бифом, а вот он. А я взяла с сыром уже было. Была курица майонез, но что-то я майонез испугалась, хоть он и в холодильнике. Красиво. А, и маффин. И маффин, Наташа, захотела. Смотрите, здесь не кондеры, здесь вентиляторы. Мы когда зашли, дуло так, что я думала, меня сдует. И мы нашли самое классное место в уголке. Я сейчас покажу вам. Я бы, кстати, хотела под вентиляторами, если честно. Вот просто в такой нычечке сели, поставили, сгруппировали. Я же хочу сказать, у них, значит, процентов, сколько у них берут? 16%. В принципе, за все товары 16% это ват. А вот смотрите, еще тут 2%, еще что-то. И сервис, это аэропортовые, наверное, сборы, 2,10. Обычно в магазинах 16%. Ну, вот такая информация по Кению. И напоминаю, мы в аэропорту Мои International Мамбаса. Мой называется. Как интересно, Мамбаса International, наверное. Да, наверное. Как же это открыть, господи, открыла. О, смотрите, Наташа уже открывает, это круто. Вот женщина села, так интересно, в 2 метрах села и орет, трындит. Ну, она подойди ближе. Только налетала Emirates, за что-то она не переплачивала, все было классно. А сейчас, кстати, мы летим Kenyan, Kenyan Airways. Сейчас покажу бирочку. Вот. Наша линия Kenyan Airways. Первый раз полетим. А перелет всего час, поэтому сильно, наверное, показать. Ну, говядина. Слушайте, ну посмотрите, он еще дальше идет, мясо дальше он и уходит, дальше. Он уходит вдаль. Ну, посмотри. Здорово. И он останний, все. Ну, классно. А распакуй еще сыр, пожалуйста, посмотрим. Смотрите, сколько сыра, да? Я думаю, что кофе нормальный, это нормальный. Кофе она сделала из кофемашины, вот. Ну, кенийский кофе, сейчас попробуем, кстати. Но кенийский кофе, это вкусно. Это не для меня. Наташа уже научилась почти разрывать. Почти. Ну, давай мой бутерброд попробуем. Мне хотелось курицу с майонезом, но что-то я так если думаю. Если что, я напрыскала. Напрыскала руки. Ну, открывай, да. Покажи, там сыр хоть есть-то. Полно сыра. И уходит. А, чем-то намазано. Лучше чем-то бы ты курицу намазано взяла. Сыр. Ну, ладно, да ничего. Не лучше, оно ничего просто страшного. Такое же. Оно народ, сейчас покушаем. Тут есть какой-то маленький магазинчик. Пойдем уже там покажем, что есть. Да, и покажем самолетик. Я хочу почавкать. Наташа хочет чавкать. Ставьте лайк. Наташа чавкает для вас. Это как пирожок с мясом, но мясо не фарш. Вот реально как вкусный пирожок и много мяса. Как вкусно. Слушайте, реально вкусно. Ну, слушай, уже отхлебни, пожалуйста. Мы взяли американо. Кофе просто интересно, не везде хороший кофе, но даже для с машинком. Меня вообще. Кенийская еда реально очень вкусная.
Да, кстати, вороны здесь летают, смотрите. У нас иногда голуби, воробьи там залетают. Ой, большая пролетела, но я ее не сняла. Вон, я ее боюсь. Толпа сидит. Кофе отличный. Да? Супер. Смотрите, вот высматривают что-то. Наташ, ты бутерброд ешь, сейчас она тебя знаю. По голове. Так, тём, дзёп. У Наташи ворона разок, да? Я боюсь. Она меня один раз, одна ворона по голове так, когтём так, пролетая так, бах, я, оттолкнулась, короче. Ага. Ну все, друзья, желайте нам приятного аппетита, как что-то новое и интересное увидим, сразу включимся. И ворона на Наташином фоне пролетела. Наташ, не бойся, ты в безопасности. Их уже трое. У нас воробушки и голуби, а здесь вороны. Только что у женщины бутерброд лежал с кофе, да? Вороны как налетели. Она просто отошла. Мужик в жилетке бежал, конечно, они уже там все расфасовали. Она быстро, так, просто, в одну минуту. Угу. Не, ну могли бы сетки натянуть, конечно, какие-то. Наташа, она тебя ждет. Пошла нахрен. Улетела. Где? Уже перелетела вот туда вот. Где? Вот это вот? Да. Тварь такая. О, смотри. Прошло 2 часа. Поставь Наташе лайк, она такая закатная. Ну что значит с интеллектом, да, животное? Ну кыш, я боюсь. Их 3 уже. Наташа все боится, что заберут у ее кексик. Да все нормально будет, что она будет стартовать. Ну чувствую, что я их боюсь. Ну так не бойся, ешь кексик. Они только мило отходят. Ты сейчас знаешь, я только рахупа, они уже здесь, да? О, перелетела куда-то. Вот улетела, улетела, все, испугалась тебя. Ты молодец, умничка, прогнала ворону. Молодец, Наташа, ставьте лайки. Все, оставляю Наташу в уголочке. Мы сейчас с нашими ребятами переписываемся, с которыми были на морском сафари. С Мубараком. Сабуди, да, шлют нам наши фотки. Прикольные мальчишки, короче. Желают приятного полета. А сейчас пойдем вон там вот киосочек duty free, типа. Ну, включусь уже в киосочке. Смотрите, прикольные здесь тоже штучки есть, безделушки. Вот всякие. Наташа посмотрела цены, где-то все дорого. В принципе, все, что и было на всяких сафари, в Наватаму, в Найроби. Чашечки прикольные, всякие зверюшечки. Ой, класс, канойка. Прикольные. Магнит, Наташа говорит, дорого. Ну, по 500, ребята, вообще, по 500, ну, вот веселенький магнитик, но 500, мы за 100 взяли в зебре. Даже где-то чаек какой-то ей понравился, не знаю, 250, ну, понятное дело, все в Карифоре будет дешевле, а мы другой чай купили. Ну, по 1500 чай, ну, прикольненько, конечно, так. Все обставлено очень ярко, мне нравятся яркие цвета Кении, такие, ну, яркие цвета Африки, флаг у них... Яркий, зеленая, есть красная, черная. Вот, вот, кстати, про флаг заговорила. Вот флаг Кении. Безделушечки. Это что такое? Это деревянненько, интересно. Интересно. Браслетики. Вот, кстати, мой браслетик сейчас покажу. Вот, вот. У Анны купили. Наташе я отдала тот, ей больше тот понравился. А себе взяла этот. По 200, кстати. Прикольный такой кошелечек-пенальчик. Вот интересно, кто в школе учится. Правда, по-моему, леопард у них не удался. А, я-то подумала, где пятое животное. Носорог слепился со слоником. И, ну ничего, прикольненько. Вот вышло, кстати, наперсточки есть, колокольчики и ювелирочка небольшая. Жалко, мы на ювелирку никакую не попали, вам ничего не показали. Может, в Найроби, но не факт. Честно, и времени не было. Вот там было далеко, в Найроби не было времени. Ну, а, извините, на сафари в ювелирку точно не завозят. Ну, ювелирка здесь есть. Кому на подарочек. Все здесь есть. Дивіться, ми пішли, вони залишились. Що ти, ну що ти схватила? Боже. Боже мій. Схватила бумагу і все. Вон дівчинка вже йде. Швидко прибирати. Воно ж там пусте. Куди воно поїлісло? Нема? А, звізда. Але поїли гарно. Мафін був смачний, моя вкусний, бутербродище. Кстати, воду далі принести.
Да, даже не проверяли. У нас было по бутылке воды, к воде не пристали. А пам'ятаєш, як в Індії було, то... В Індії сказали, твоя вода пей. Пей. Я пив, все. Да. Не взрешав. Але це на внутрішній, это на внутрішній, только во внутрішній. Інтернаціональних, міжнародних забирали. А знаєш, я подумала, що просто на інтернаціональних немає часу на це робити. Все в сад. Да, все, пішли. Ой, Наташа вже в платочок закуталась. Бо я вже. А то вентилятори продуло вже. Все, ждемо на виход. Наш выход, ворота 4. Все, друзья, уже идем на посадку. Громко, говори громко! Просто прошли, показали посадочные. Смотри, необычно идем по такому коридорчику. Вон уже самолет, идем в рукав. Люблю я ходить в рукав. Не надо ничего делать. Не ехать в автобусе, не ждать автобус. Вот, так что... Все дуже просто. А что там мы уже пришли, что они пускают дальше? Ну, наверное. Чё, почему-то спрашивают? Люди направо идут. А может, я не в руках? Ой, а может, я не в руках? Вот это я. Может, ну, гейт 4, нам сказали гейт 2. Смотри, смотри, смотри. Ё-моё, смотри. То есть нам не сюда, нам не в гейт 2. Ну, идем, нам вниз просто. Arrival с прибытия, это очень странно. Вот поэтому эту женщину повезли налево, поняла, ты сказала? Аккуратно. Да, тут женщина в коляске инвалидной, повезли налево, а нам сказали направо. Ладно, идемте, глянем. Ой, зелень все еще. Знаете, приятно, идешь по воздуху. Да, вот. Идем за людьми. А мне нравится, знаешь, люди сами пошли, типа сами разобрались. Не сопровождающих, да. Никого. То есть мы абсолютно идем сами. А почему туда пошли, не направо, например? То есть мы ждем команды, чтобы дальше идти? Вон кто-то просто к самолету пешком идет. Нормально. Мужичок сопровождает нас. Ну подожди, они были на площадке, и реально броуновское движение. То туда, то сюда, развернулись, пошли. Ох, вылетел. Это военный. А он так завернул прям круто вообще. Это военный, да? Ну да, наверное. Страшные. Тут черный какой-то такой. О, все, идем. Не-не-не. Не идем? А что люди пересекают? Это, наверное, какой-то бизнес-класс. То есть как-то можно так спокойно пересечь полосу и пойти в самолет. Ну, прикольно будет, пройдемся с вами. Когда еще мы по взлетным полосам походим? Все, нам махнули, можно идти. То есть сейчас мы с вами пехом, мирненько дойдем до самолетика. У нас такое было в Жироне, когда мы в Барселону, ну, когда мы в Испанию прилетели. Ну, на Занзибаре там вообще два прихлопа, три притопа. А цивильно. Тут, смотрите, цивильненько идем, так, опа, и до самолетика. А, до того даже, да, главное сесть в свой самолет. Вот, нас сопровождают. Он нам показывает на этот. Ну, может, все-таки у стюардов лучше спросить. Он так рукой нам махнул. Не, реально, потому что те люди, это точно не наши. Мы вот этот. А, те люди, которые вышли, это не наш самолет. Пальцем тыкают вот туда. Вот люди идут вот туда, а нам ось сюда. Ох, веселуха, да. Жарко, я вам скажу. Все еще мы на курорте в Момбасе. Толпа идет, вообще прикольно. Так, ну где вы еще посмотрите видео, как пешком на самолет добраться? Все, сейчас оценим кенийские авиалинии, Airways. Медленно бежать, а потом ускоряемся. Да? Зачем? Места у всех есть, все нормально. Красота. А ты посмотри, так. Какое дерево красное сейчас. Ай. О, бординг показывать надо, елки-палки. Сейчас, подождите. Где-то я его засунула. Вот, я застряла. Держи камеру. Держу. Ромашечка ищет. Я просто покупала. Бординг. Сюда закинула. Он меня сорвал. Я это поняла, куда. Паспорт чисто в обложку просто. Аккуратно. Тебя там это. Пойдем. Я
Я не знаю, что я снимаю. Так, ступеньки, пеньки, пеньки. Самолет. Пилоты. Я уже дермаю. Да. Джамбо, джамбо. Thank you. О, какой тут. Какой тут бизнес. Тоже за шторкой, да? Да, вот этот парень проходил без очереди, да, в бизнес-классе. У нас место 16, странно, кстати. Я думаю, тут будет 3-3-3. А как так? Должно же IABC и DF. А что такое у нас JNH? Что странное. Сейчас я вам покажу, вы посмотрите. Те, кто летал, вы должны знать. Вот. ABC. Дальше. А здесь JHD. J. Ну, вы поняли, то есть не другое. О, 16, вы же так быстро пришли. Да. О, все, усаживаемся. Долго ли умею? Ну что, уже сели, сидим. Вон какой самолет. Здоровый самолет. Да. А, говорят, что иногда можно увидеть Килиманджаро. Пролетая, чтобы она была открыта. Поэтому мы взяли билеты у окна. В принципе, лететь час. Ну, посмотрим. Пока комфортно. Интересно, она километров поднимается над землей? Ну, не на 10. Посмотрю экранчики, что у нас есть здесь. Давай. Ну, да. Ну открывается. Чисти. Все, закрывается. Мне вот эта всегда штучка нравится. Когда это вот пью. Мне, если я захочу. Ой, что? Подожди, закрывается. Я не могу закрывать. А, все. Если мне плохо будет, укачает. Всякие сам эти вот менюшки, всякие тибюшки. В смысле, если меня укачает и плохо ставим, всякие менюшки. Да? Вот, нет, всякие вот пакетик, это вот, я пакетик. Сказала, пакетик. Ты это специально. Менюшки. Ну, для регачки, короче, чтобы я вот. Понятно. Вот, давай это посмотрим. Что здесь? Английский, французский. Английский, давай. Они работают. А, кино и есть, тиви-шоу. Ну, все есть это, но это все платно обычно. Информация, что бесплатно. Amazing Africa. Информация бесплатно. Скорее, вылет, прилет. Вот. Наташа уже какие-то бусики. Это не бусики, браслетик, смотри. $35 браслетик. Наша говорит, тут голубой агат, реально. Голубой, серый агат, тигриный глаз вот это вот. Коричневенький, mm-hmm. Это серый агат, это голубой агат, и тут еще вставочка такая Африка. Вроде как пишут, золотая. Золотой. Да нет, ну позолоченная. Gold plated Африка шаг. А, вон, смотри как. Ну, покажи ближе. Вот, я так понимаю, видишь? Ну вот на руках у женщин. Так а что на 4? Может это 4 за 35? Не знаю, 4. Да не, навряд. За 35 в каждом пакетике, за 35 типа и позолоченные, и золотой. Ну, всякие очечки, типа а такой дьюти-фри. Давай посмотрим, давай, это интересно. Это всегда интересно. Просто очень плохо видно. А, так да, вот сюда да, на это, нет? Подсвечивай, да. Шоу. Давай я буду держать, а ты переворачивай. Давай, держи. Ну, посмотри. Так, теперь посмотрим. Золотишко-пенделишко. Пендант, это значит... Кулон. Кулон, браслет $45. И сережки. Вот да, это набор. Красиво, мне нравится, посмотри. Ну, это бижу, бижутерия. Не фокусируется, а это сколько? 55. Тоже как набор идет? Да, сет написано тоже. Ну, 55. Как если забыл купить подарок, то нормально. О, за 20 вообще шара, можно так сказать. Симпатично. 45. Давай дальше. Так, что у нас дальше? Ну, дальше часики пошли. О, Томми Хальфигер. Сколько? 199. Не, по-божески. Симпатичные, кстати. Да. Мне вот эти вот эти нравятся, черные, красивые. Тоже 125. Тут набор с браслетиком 130. И тут набор с браслетиком. Так, 95. Отлично. Тоже часы, сережки. 70, 70. Ну, сами смотрите, останавливайте, если вдруг да, интересно. Если что, останавливайте кому-то. Мы так, чтобы вам не заскучать в самолете, пока мы ждем. Стой, вот эти вот. Ну, куда же вы так быстро? 90, да. Ага. Это браслетик, цепочка и часы. Не все еще вот. Не-не-не. О, 25, прикольно, смотри, мне ремешок здесь понравился. Это он, а из чего? Или, не знаю, такой как бы, как терпкий, мне кажется. Глиттер, не, это глиттер, там типа, знаешь, как... Да-да-да. 25 тоже. 25. С такими бубончиками. А вот это, ну не спеши. Я не увидела. Да, о, вот на руки хорошо как она смотрится, выглядит, да. Так. 65, спортивные. О, какой циферблат красивый. Интересно. 65. Короче, подожди, тут что-то такое. Обзорчик часов мы уже сделали и ювелирочки. Давай. Ближе можешь? Вот так вот, да? Так, мужские. Мужские. Угу.
тут часов просто сейчас мы можем реально заснут уже. Давай что-нибудь мне другое. Уже, наверное, скучно. А секунда, это что, секунда, что ли? В смысле? Секунда. Секунда. Секунда были. Да. Ну ладно, ладно. Короче, опять часы. О, мне что-нибудь интересно. Уже другое давайте изменим. Так, Beauty. Наборчик, кто это? Travel Revlon, это практически постоянно продаешь, 65, что-то тут, не знаю, какое-то масло может быть. Вот это Nuxe Mix, да, что-то бальзамчик, что это Organic Oil, что-то египетское. О, парфюм, давай, моя любименькая. Не знаю, кто это, потом даже сама посмотрю, 35, посмотрим потом. А, отжимал. Давай дальше. О, тут разгуляться ездит. Да серьезно, они так все с собой возят? А если мне 10 штук надо? А может это онлайн? Сейчас мы посмотрим, надо заказывать. Знаешь, такое есть это, типа онлайн. Ай. Давай. Дальше. Так, пакарабаны, жольпангатьен, габаны. Наверное, самые такие ароматы распространенные. Ты же должен знать запах, чтобы купить, правильно? Ну, конечно. Что ж ты скажешь, а мне понюхать? Они еще и тестер. Хотя мы купили Томми Хальфигер, я, ну, как бы я знала только... Ну, подожди. Опиум. Когда я скажу, ладно, тогда это наборчик даже опиум. Тогда переворачиваем. Добрый? Так. Быстро. Джуан Блюд, да? Ого, $30. Что-то дороговато. Мерседес якийсь. Что-то... Оля смотрит очень много. Ну, давай да. Какой-нибудь, может быть, что-то надо такое... Надо заканчивать, потому что... Давай еще скучно что-нибудь. Реально. Скучно говорить? Да. Людям скучно говорить вот, людям. Посмотрите вот это вот клип. Люди, а ну напишите, вам скучно или не скучно? Я обожаю это смотреть. Ого, это что же золото? Такие цены. 295. Классно, Африка. Все, посмотрим, это вот последний обзорчик. И будем, наверное, включаться, когда уже взлетим. Отлично, да, еще страничку. Потом, если что, ну это мы, по-моему, уже... Ага, все, да. Парфюмерия. Это мы все уже видели. Да. Яблочный попробую. Thank you. Сейчас орешки покажу просто. Сейчас Оля говорит, что покажет орешки. О, макадами что ли? Да не. А да, ну попробуй. Мне кажется, арахис все-таки. Нет, там должен быть написан, кстати. Нет, макадами все равно. Макадами? Прикольно. А ну... Есть. Давай куда надо? Все равно макадами тоже классно. А ну продегустируй сачок из пакета. Ваше здоровье. Пей на здоровье. Хороший, вообще какой-то как. Даже каждый раз бабку так too much. Да? Ой, сейчас одну секунду. А ты заметила, что это лев тут нарисован? Отсвечивает, ну это же лев, да? Лев. Ага. Классно. О, вот смотри, еще эти попали. Так это похоже на макадамию. А я сейчас на бурунду похожа, ну. Не, макадамия. Да? Вот так вот, макадамия, пожалуйста. То есть
детская смесь с макадами и кешью. Ого, так это ж здорово. Класс. Так, а ну яблочный я попробую. Очень даже. Реально, как разбавленный сок. Ну, разбавленный, знаете, чтобы так вот не кисло, чтобы живот, да, не, чтобы живот не схватило. Не сладко, чтобы так, ну, не юбе было. Ну, а что это за сок такой интересный? Тебе разбавленный. Не, ну класс, мне нравится. Ну что, ты будешь есть до конца? Лайки. Да, интересно, мы думали, вообще ничего не будет. Наташе нравятся очень эти орешки. Они такие свежие, вот реально свежий орех, мягкий, просто мягкий орех. Не надо, ну как, жевать надо, но вообще супер. Просто мы раз макадами купили в Эмиратах, это просто было, чуть зубы не поломали. Не здесь, очень. Конечно, класс. Вот рекомендуем, хорошая авиалиния. Ну, сейчас да. Пока да. Пока да. Все-таки мы выходим к автобусу, все, вышли уже с самолета, идем в автобус. Да. Все пешочком. Орешки прокусить. Да. Все пешочком тренируемся. Вот люди из рукава идут в автобус. Вот автобус. О, прохладненько. О, прохладно, сразу видно Найроби. Привет, Найроби. Вот это автобус. Здесь удобно поставить шмоточки, кстати. Я штаны не застегнула. Подальше. Прилетели уже. Такой выход небольшой, людей много. Наташа ловит наш багаж. А вот наша ручная кладь. Ну и выход уже. Никакого паспорта, ничего не надо. Это внутренние рейсы. Так что все очень простенько, но когда было много людей, очень тяжело было развернуться. Вот такое путешествие было.